Дороги прошли обследование, узкая проезжая часть, лужи, неровный асфальт и старые бордюры. Все это останется в прошлом. Новое полотно появится на основных магистралях. Сегодня глава администрации столицы проверил, в каком состоянии дороги, и выяснил, как дачебоксарские водители смогут оценить качество ремонта. С подробностями Данифа Тагирова. В городе не только ремонтируют, но и расширяют магистрали. Продолжаются дорожные работы на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с улицы Престанционная. Основной объем работ в настоящее время связан с перекладкой инженерных сетей. Тротуарные плиты и бордюры давно демонтированы. Ожидается, что будет добавлено по одной полосе в каждую сторону движения. Как отметил сегодня сити-менеджер, новая схема развития транспортной системы не за горами. Ждать водителям осталось недолго. Сегодня мы предложили подрядчику представить график к понедельнику о выполнении работ и завершении ко дню города. Значит, их предложение завершить к сентябрю, должны были выполнить ко дню республики. Но сейчас совместными усилиями будем стремиться к тому, чтобы ко дню города этот объект ввести в эксплуатацию. Масштабные работы по расширению проезжей части происходят в разных районах города. Увеличивают ширину дороги по проспекту Ивана Яковлева. Увеличить пропускную способность на этом проспекте и базовом проезде удастся только к концу года. Как выяснилось в ходе выездного совещания, проблема в несогласованной работе между подрядчиком и субподрядными организациями, поскольку трудности заключаются не в укладке асфальта, а в переносе инженерных сетей и коммуникаций. К тому же, по словам градоначальника, подрядная организация представила неготовый проект. Были замечания, по сути, от всех сетевых компаний, от всех эксплуатирующих компаний. Да, это по водоснабжению, по теплоснабжению, по газоснабжению. То есть без устранения этих замечаний не может начаться работа по переносу сетей. Ну и, соответственно, без этого, конечно, мы не сможем уложить асфальт. Поэтому этот вопрос нужно решать в первую очередь. В течение 2 недель, я думаю, этот вопрос решим. К концу года ремонт этого участка дороги будет завершен, а полностью реконструкция проспекта Ивана Яковлева подрядчик обещает завершить через год. На стадии завершения работы дорожного движения на кольце по Марпасадскому шоссе. Здесь ремонт планируется закончить к дню города 18 августа. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.